В этой части видео мы обсудим задачи компьютерного зрения, или computer vision по-английски. Давайте начнем с самых простых, и это классификация, детекция и сегментация. Они идут вместе, потому что проще всего объяснять их примерно на одной картинке. С классификацией вы уже знакомы. Классификация — это та задача, где вам дан пул картинок, какой-то сет картинок, и задача — это определить, какому из заранее заявленных классов эта картинка принадлежит. Ну, хороший пример — это классификация картинок ImageNet. Вы обучаете свою нейронку классифицировать картинки тренировочного датасета на 1000 классов. Вы знаете, что классов у вас 1000. Вы делаете на последнем слое вашей нейронной сети 1000 нейронов. И когда новая картинка приходит, вы просите свою нейронную сеть сказать, какому из этих 1000 классов картинка принадлежит. В принципе, просто. Дальше. Есть задача детекции. Что такое задача детекции? Задача детекции — это когда по картинке вам нужно понять, есть ли на картинке какой-то определенный объект, и если на картинке он есть, то обвести его в bounding box. То есть, смотрите, вот здесь задача детекции иллюстрируется средней фотографией. Вот здесь сидит мужчина, и у него вокруг сидят кот и две собачки. И вот задача детекции состоит в том, чтобы детектировать все объекты, которые есть на этой картинке, из заранее, опять же, какого-то обговоренного пула объектов. То есть мы говорим, что мы будем решать задачу детекции людей и животных. Больше ничего мы детектировать не будем. Это значит, что мы обучаем нашу нейронную сеть принимать на вход картинку и выдавать на выходе картинку и bounding boxы, то есть вот эти вот прямоугольники, для всех объектов, только людей и животных, которые есть на этой картинке. То есть если на картинке, например, есть чайник, но мы заранее не сказали, что мы будем обучать нашу нейронную сеть детектировать чайники, то на чайник наша нейронная сеть обращать внимания не будет. Вот здесь вот, например, результат работы нейронной сети, которая умеет детектировать там собак, кошек и человека. Видите, вот человека она обвела в bounding box, кошку обвела в bounding box, и собак тоже обвела в bounding box. Есть третья похожая задача, которая называется сегментация. Сегментация — это, ну, похоже на детекцию в каком-то плане. Это когда вам нужно на картинке определить, есть ли на картинке какой-то объект, и если есть, то как бы покрасить все пиксели, принадлежащие этому объекту, в какой-то определенный цвет. То есть как бы нужно взять картинку и на картинке отделить объекты друг от друга, найти их края и найти, какие части картинки принадлежат какому объекту. Вот здесь, например, показана задача сегментации, где сегментированы человек и животные. Опять же, мы говорим, что в задаче сегментации мы будем сегментировать какие-то определенные объекты, не все друг от друга мы будем отделять. Вот здесь вот на фоне скамейка, например, не сегментирована, не покрашена никаким цветом, трава и стена сзади тоже не покрашены. Покрашены только человек и животные. Вот здесь сетка даже поняла, смотрите, что вот эта рука, которая обнимает собаку, принадлежит человеку. Даже если он не связанный, то сетка поняла, что вот эта рука принадлежит человеку, и всего человека, все, что принадлежит ему, покрасила в оранжевый цвет. И вот разные объекты покрасила разными цветами. То есть вот здесь она поняла, где кончается одна собака, начинается другая, и покрасила их разными цветами. Вот такие три задачи: классификация, детекция и сегментация. Еще немножко про сегментацию. На всякий случай у нас будут отдельные занятия про детекцию и сегментацию. Вы, конечно же, узнаете, как делать нейронные сети, которые могут решать задачу детекции и сегментации. Сейчас мы просто говорим о том, какие, в принципе, задачи существуют. Так вот, сегментация — это очень важная задача для медицины. Сейчас в эру машинного обучения, в эру дип-лёрнинга, как бы дип-лёрнинг, он проникает везде, и в том числе и в медицину. В медицине сейчас это очень популярно, пишутся даже статьи, которые направлены именно на медицинскую тематику. То есть, например, применение некоторой модели машинного обучения для такой-то задачи медицины. И в медицине одна из очень хороших, больших задач — это сегментация.
Вот пример такой задачи, который здесь может быть. Вот это МРТ-снимок мозга человека слева. И в мозге человека, возможно, есть опухоли, возможно, нет. И задача нейронной сеточки, то есть нужно обучить такую нейронную сетку, которая бы брала вот этот снимок МРТ мозга человека и выдавала бы в итоге тоже снимок МРТ мозга человека, но только покрашенные в разные цвета. В один цвет были бы покрашены все ткани, которые не поражены никакими опухолями, а опухоль была бы покрашена там другим цветом. Вот это, например, задача сегментации, которая очень хорошо решается нейронными сетками в медицине. Также стандартная задача сегментации в медицине – это сегментация клеток. То есть у вас есть, например, фотка клеток под микроскопом, и они там разделены, клеток много, и они разделены между собой стеночками. И вам нужно сегментировать, где начинается одна клетка, где она заканчивается, где между ними стеночки. Вот так вот. И как можно видеть здесь на слайде, сегментация тоже решается сверточными нейронными сетями. И здесь вот тоже есть convolution лейеры, активации, pooling лейеры, ну и еще какие-то странные deconvolution и unpooling лейеры, о которых мы поговорим на занятии по сегментации. А теперь, еще где-то используются эти задачи вообще или нет? Конвет, конечно, да. Давайте рассмотрим одну из, опять же, самых популярных задач последнего времени — это беспилотные автомобили. А беспилотные автомобили — это вообще очень сложная технология, и вы, наверное, представить себе не можете, сколько всего там, каких только задач не надо решить, чтобы построить нормальный беспилотный автомобиль. А беспилотный автомобиль, он смотрит вокруг. А у него есть камеры и лидары. Но давайте про лидары пока забудем, остановимся на камерах. В беспилотных автомобилях есть камеры, которые смотрят вокруг. А какие задачи нужно решать для этих камер? На камеру поступает изображение, как бы, и что мы с этим изображением должны делать? Во-первых, нужно решать задачу детекции. Кого нужно детектировать? Нужно детектировать машины, которые у нас есть вокруг. Нужно их детектировать, чтобы избегать столкновений. Нужно детектировать пешеходов. Вот тут на картинке видно красным покрашен пешеход. Точнее, он не покрашен, а его bounding box покрашен красным. Ну, понятно, зачем их детектировать. Опять же, чтобы избежать столкновений. Нужно детектировать дорожные знаки. Нужно детектировать светофоры. Возможно, нужно детектировать что-то еще, чего нет на этой картинке. Короче, задача детекции тут важна. Дальше, задача классификации. Когда мы задетектировали, что вот есть знак, нам нужно как бы вырезать картинку этого знака и понять, что за знак перед нами. Вот тут вот на картинке, например, знак 50. Видимо, что скорость нельзя делать выше, чем 50 там, км в час. Это задача классификации. Также нужно классифицировать цвет светофора. Светофор мы задетектили, ага, а теперь посмотрим, какой в нем цвет. Желтый, зеленый, красный. Или это вообще не светофор. Дальше, задача сегментации. Вообще, можно как бы сегментировать все подряд вокруг, но хотя бы точно нужно сегментировать полосу движения. То есть вы смотрите, по какой полосе вы едете, вы смотрите, что на дороге есть, какие полосы, сплошная, прерывистая, там, бордюр, и вы сегментируете вот это вот все, что находится впереди вас, чтобы выделить именно свою полосу, вы красите свою полосу своим цветом и по ней едете. Ну, грубо говоря, так. Дальше. Здесь решается интересная задача, которая называется поиск по изображениям. Пример. Беспилотник едет, и часто так бывает, что GPS немножко плохо работает и немножко плохо определяет, где беспилотник находится. Точнее, не немножко плохо, а не точно. Но любая неточность в такой сложной задаче, как беспилотник, она чревата плохими последствиями. Поэтому нужно точно убедиться, где находится беспилотник, и один из способов это сделать, это сфотографировать местность вокруг и попробовать поискать в базе данных фотографий города похожую местность, то есть понять, где мы находимся. И так действительно работает, то есть так беспилотники действительно делают. Можно по фото из переднего стекла машины понять, где беспилотник сейчас находится. Дальше. Еще одна задача — это оценка положения. Я говорила, что нужно детектировать пешеходов, нужно детектировать машины, чтобы с ними не столкнуться. Но какой смысл детектировать их, если ты не понимаешь, где относительно них ты находишься?
нужно не только детектировать машину, нужно еще уметь понимать, насколько далеко ты от нее находишься и можно ли ехать вперед или лучше затормозить, чтобы ее не сбить. Вот, это оценка положения. Кроме беспилотников, оценка положения тоже применяется в других задачах, например, в обучении робота что-нибудь куда-нибудь класть. Вот у вас есть робот, вы построили робота, и его мозги начинили нейронной сетью, и хотите научить его брать мячик и класть в коробку. Вот робот должен понимать, где его рука находится относительно коробки. То есть задача оценки положения руки относительно коробки. Вот, здесь на этом слайде, наверное, этот слайд резюмирует то, что я говорю про беспилотные автомобили, и здесь показано примерно, как видит мир беспилотный автомобиль, когда он едет. Давайте посмотрим. Вот тут видно, что тут сегментируется полоса, по которой он едет, детектируются разные объекты, вот баундинг-боксы, 3D-баундинг-боксы здесь. И сейчас вот он доедет до светофора. И тут вот будут детектироваться другие объекты, классифицироваться сигнал светофора. А вот пешеходы смешно ходят, желтые такие. И классифицировался еще знак вот здесь. Ну, как-то так. Следующая задача, в которой используются сверточные нейронные сети, задача Computer Vision, это задача OCR, то есть Optical Character Recognition. Что это такое? Это задача, где нужно по тексту, который написан на бумаге, по фотографии текста распознать, что это за текст. Ну, на самом деле, это задача на стыке NLP и CV, но CV в ней, конечно же, присутствует, потому что нужно распознать текст по фотографии. Где это используется? Например, автоматический перевод. Вы, наверное, знаете, что в Гугле уже можно загрузить фотографию и перевести текст с этой фотографии на другой язык. Вот это хороший пример OCR. Дальше, улучшение качества фотографий документов. Ну, например, у вас есть документ, который вам очень важен, вы его залили кипятком, кофе, потом высушили, он стал отвратительно выглядеть, в нем поехали чернила и все такое. И вы можете его сфотографировать, допустим, и программа, нейронная сеть распознает, что на нем было написано, и выдаст вам PDF-версию этого документа, в котором весь текст написан красиво, без эффекта залитого кофе, и так, что чернила не расползлись. Ну вот, и более какое-то такое прикладное и каждодневное применение — это сканы. Скан чеков, визиток, всего прочего. Вы, наверное, знаете, что есть такие приложения, уже можно скачивать в Google Play в магазине Apple, где вы можете просто сфотографировать чью-то визитку, и на ней распознается вся информация. Дальше, что-то поинтереснее. Еще один вид задач Computer Vision — это описание того, что происходит на видео или на фото. Вот справа здесь, например, описание того, что происходит на фото. Вот мы просто в нейронную сеть загрузили вот такую фотку теннисистки, которая стоит с ракеткой, и попросили нейронную сеть описать, что здесь происходит. Нейронная сеть должна выдать текст, связанный, грамматически правильный, вот woman in white dress, standing with tennis racket и так далее. И плюс еще показать, откуда она, собственно, эту информацию взяла. То есть вот woman, она говорит, что тут woman стоит, и показывает bouncing box этой woman, собственно. Ну и так со всеми словами. Опять же, это задача на стыке CV и NLP, но CV в ней присутствует в полной мере. Какие еще могут быть примеры? Субтитры к видео, генерация субтитров к видео. Субтитры могут быть как и распознавание речи рта, так и просто описание, типа, что человек делает на этом видео. Например, если робот кладет что-то в коробку, то субтитр к видео будет выглядеть, как робот кладет что-то в коробку. Ну это action description, собственно. И последнее здесь — это pose estimation. Pose estimation — это то, что вы видите на гифке вот здесь внизу. Pose estimation — это по видео человека нужно понимать, где находятся ключевые точки человека. Ключевых точек здесь порядка 15 штук. Это сгибы суставов и ключевые точки лица. И как бы нужно вот в реальном времени по видео понимать, как эти точки движутся.
А Pose Estimation сам по себе, наверное, непонятно, зачем нужен. Ну, типа прикольно, вот человечек с какими-то разноцветными штуками, как будто puppet doll, марионетка такая ходит. Но Pose Estimation чаще всего является средней точкой для решения других задач Computer Vision. Я сейчас вам покажу, каких. Но давайте сейчас посмотрим на еще примеры Computer Vision. Не забудем про ГАНы. ГАНы — это генеративные нейронные сети. Это сети, которые генерируют новые картинки. Среди них есть такие примеры, как Style Transfer. Style Transfer — это когда у вас есть вот картинка какая-то, и вы хотите эту картинку сделать с каким-то другим эффектом, то есть нанести на нее стиль. И вот стиль, вот такая картинка, это представляет собой стиль. А вот справа самая картинка, это результат применения стиля, вот этого среднего, к левой картинке. Это Style Transfer. Его вы, кстати, уже скоро научитесь делать сами. Дальше есть еще, среди ганов там можно придумать много примеров использования, там дополнение картинок, придумывание новых картинок. Но вот одна из моих любимых — это, например, дополнение картинки. Вот эта нейронная сеть, которая училась по скетчу, по маленькому наброску, как бы дополнять картинку. И училась она дополнять картинку котами. То есть дорисовывать картинку котов. И вот ей нарисовали тут очертания хлебушка, но так как нейронная сетка училась дорисовывать котов, дорисовала она здесь кота, получился кота-хлебушек. Ну и, собственно, мы подходим к концу. И я хотела вам показать одно из последних достижений ГАНов, опять же, генеративных нейронных сетей. Вот как раз где в качестве промежуточного этапа используется Pose Estimation. И это генеративная нейронная сеть, которая умеет переносить движение одного человека на другого. То есть у нас есть source видео сейчас будет, где один человек там делает какие-то движения. Есть видео, где второй человек делает совершенно другие движения. И в итоговом видео мы перенесем движение первого человека на движение второго человека. Давайте посмотрим, чтобы было понятнее. Вот это, вот там, где написано source video, это человек действительно танцует. А вот здесь source to target result, это девочку заставили танцевать так, как танцует source. Если что, то здесь есть ссылки на эти видео. Здесь я пока закончу, чтобы закончить лекцию. Но по этим ссылкам вы можете посмотреть полное видео использования этого ГАНа. Там есть еще другие примеры. Самые интересные из них, наверное, это то, как людей заставляют танцевать балет. Просто это очень прикольно выглядит. Ну вот, мы подошли к... Вот здесь, кстати, про балет. На следующем слайде было. Мы подошли к концу нашего занятия про основы CNN. Мы поговорили про историю развития сверточных нейронных сетей, про свертки, про сверточные нейронные сети, про пулинг и про то, какие задачи компьютерного зрения бывают. Надеюсь, что было интересно. Stay tuned!